Теперь настоящий таджика стайл. Доброго дня. Сегодня взяли выходной. Извините нас уж. Один денек, все ребята разъехались. Нам сегодня превратить вот эту площадку надо в ровненькую, красивую и аккуратную. Ждем трактор. Чтобы здесь все ровненько было. И вот здесь вот. Такая должна быть у нас здесь красота. Посмотрим, что будет. Ближе к вечеру. Трактор едет. Привет! Что началось у нас благоустройство. Сейчас мы закопаем аварийную трубу. Две трубы дюймов. До бани забылось. У нас идет под кабель силовой здесь труба. И туда заходит вода на скважину из бани. Сейчас закопаю еще две трубки на всякий случай. Аварийные. Или под воду, или под силовой, без разницы. Но аварийная должна быть труба. Вот я их приготовил. Вот они, две штуки. Вот мы их закопаем. Сейчас, 25. Петля идет. Не глубоко. Основной копали на 1.5 метра глубину. Этот где-нибудь на 0.5 метра и хватит. Глубже не надо. Запечатлим кадры, потом еще покажем. Лопатой это не выкопать вообще. Первый этап. Ровки траншеи, закапки траншеи, все удачно. Сейчас второй вывоз лишнего грунта. Здесь будет плодородка засыпаться вдоль забора, там она засыпана. Здесь вот глина, камни, как видите, да? Сейчас немножечко убираем лишнее, и здесь все будем засыпать щебнем. Планировать. Друзья, делаем танцпол, дискотеку. Будет у нас дискотека, диско-бар. И еще здесь будет дискотека. На щебенке. Да. Лопатой бы я долго бы здесь копал. Месяц, наверное, или два. Уложили, закопали. Сейчас планировка осталась. И еще. Планируем. Засыпем все. Будет у нас танцпол. Здесь что-нибудь посадит Наталья Алексеевна. Деревья какие-нибудь. Здесь танцпол будет. Танцпол готов. Не хватило чуть-чуть щебенки. Ну, будем засыпать отсевом. У нас тут отсева много, две машины. Трамбовать. С этого угла вот такой танцпол. Здесь еще пойдут деревья. Такой огромный танцпол у нас получился. Даже не знаю, что делать. Подскажите, что сделать. Вот
там искусственно газоном все застелить, детскую площадку сделать, вот где елки, и вот по огород. Или вон там, там бассейн, а здесь детскую площадку, искусственный газон какой-нибудь. Весь барбекю с беседкой. Короче, еще. Завтра 9 мая будем трамбовать здесь все и отмостку делать.